В Разильянском районе Одесской области отремонтируют 3 общежития для нужд переселенцев. Там смогут разместить примерно 600 человек. В будущий центр социального жилья в селе Степовое сегодня съездил вице-премьер-министр Павел Розенко. На месте побывала и наша съемочная группа. В этих общежитиях в Степовом Разделянского района люди не живут уже давно. Сейчас лишь в одном здании из 3 есть окна, электричество и другие коммуникации. Чиновники обещают сделать здесь ремонт и открыть центр социального жилья. Цей об'єкт це буде повноцінне соціальне містечко для всіх мешканців Одеської області, першочергове завдання якого – це саме вирішувати питання тимчасово переселених осіб. Здесь планируют предоставить места и тем переселенцам, которые живут в самозахваченных зданиях. Говорят, отсюда в Одессу запустят социальные маршруты. Дорога займет максимум час. Но остается открытым вопрос финансирования. На ремонт нужно по первоначальным оценкам порядка 30 миллионов гривен. Мы налаштовані на те, чтобы залучати досить серйозну, потужну міжнародну, в першу чергу, допомогу на фінансування цих об'єктів. І ми говоримо про те, що ми зробимо все для того, щоб спрямувати кошти міжнародної технічної допомоги на вирішення житлових проблем переселенців. Ви знаєте, що, на жаль, кошти державного бюджету України не так багато, щоб вирішити всі соціальні проблеми всех верст населения. Всего общежития могут вместить до 600 человек. В первую очередь ремонта должны закончить в следующем году. Сейчас же идут переговоры о передаче зданий с баланса Минобразования в собственность области. Александр Полуев, Алексей Филиппов, 7 канал.